Приветствую всех на канале All Play. Мы находимся в GTA Online, и, наверное, вы уже догадались по названию, что это уже вторая серия нашего шоу «Рандом решает». Именно так оно будет называться. Вы предложили пару вариантов в комментариях, но именно такое название, я думаю, мы выберем. «Рандом решает» отлично просто отражает суть этой рубрики, потому что «Рандом решает» по сути все. Да, сегодня с вами также мистер Фрейм, который с прошлой серии перекочевал, собственно, в эту. Я сегодня играю на руле. Все это специально сделано для нашего определенного отрезка сегодняшней серии со скрытностью, так как я буду более плавно поворачивать. Вы не представляете, как я заморочился, чтобы этот руль работал в игре. Вообще, этот руль довольно старый, но он проверенный временем, он отлично работает, мне он очень самому нравится. Кто будет задавать вопросы, я просто сразу отвечу на них. Это Logitech Momo Racing, один из первых рулей, который вышел от Logitech с Force Feedback. И чтобы он был вам еще более тихий, я выключил Force Feedback. То есть сейчас он у меня, грубо говоря, пустой, этот руль. И зато у вас, вот то, что вы сейчас слышите, это минимальная его громкость. Вот как он может звучать минимально тихо. В любом случае, ставьте лайк за руль, так как я заморочился и подключил. Ну, мы начнем. Начнем мы, собственно, с сайта random.org, на который мы сейчас и перемещаемся. И вводим минимальное 1, максимальное 45. Ты готов к этому, друг мой? Вторая серия. Блин, ребята очень круто оценили это шоу, поэтому... Если наберете хотя бы такую же активность под этим роликом, обещаю каждую неделю выпускать хотя бы... одну серию этого шоу. Все, вот все для вас, ребят, все для вас. Если вам что-то нравится, будьте уверены, это будет появляться очень часто. Главное, показывайте это, и вы сами знаете, как он там вот внизу. Да-да-да-да-да, вот на него, прям на него нажимай, да, нажимай, прям вот-вот, прям вот со всей силы. Бам, красавчик, все, синеньким загорелся. И там снизу пролистай еще комментарий, вон, напиши, насколько тебе нравится данное шоу. Я готов нажать Generate. Generate? Раз, да. Два, четыре. Блядь, читать придется далеко. Я бы так не сказал. Я не буду повторять прошлых ошибок, сразу делаю вот так. Microphone muted. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. А на самом деле мне нужно 34. Поэтому возвращаемся сюда. Вводим следующее число. Это троечка. Потому что нам попалась троечка полная интереснейших автомобилей. Ребят, снова четырехдверочка. Класс похожий. Я знаю, что эта машина едет неплохо. Я хочу ее в белом цвете. Этот ягуарчик отправляется в офисный гараж номер один. Итак, ребят, переходим к следующей машине. Значит, одна машина у меня уже есть. Я снова ввожу то же самое число 45 и нажимаю Generate. Вот это мне уже нравится. Я вырубаю микрофончик. Тут читать-то, в принципе, нет. Раз, два, три, четыре. Вот здесь вот очень специфичные автомобили. Я даже знаю, для чего они мне пригодятся, только кроме центрального. Потому что центральный будет слишком, мне кажется. Итак, один из трех опять у нас сегодня получается. И... Серьезно? Почему именно она, блядь? Я просто не знаю, что с ней буду. Вот просто вот можно вот в этом цвете, ребята, я ее закажу, пожалуйста. Вот просто вот в этом цвете, и этим будет все сказано. Вы сейчас уже заметили, да, а что ты выбираешь вторую машину? Ребят, у нас сегодня особенный выпуск, и у нас сегодня будет три машины. Как вы видите, мы выбрали пока что две машины. Вы спросите, а где же третья? А третья машина, ребят, у нас будет уже не на этом сайте, а на сайте Legendary Motorsport, на котором продаются, как вы понимаете, очень дорогие, эксклюзивные и крутые тачки. Я думаю, это будет очень круто, и испытания, естественно, тоже будут переработаны сегодня. Мы заходим в random.org и ищем следующую машину. Леш, ты готов к Generate? Меня стреляют.
Ну и пофиг, короче, выбиваем. Итак, это счет 3. Раз, два, три. Блин, читать придется далеко. Ну да. Достаточно. И меня вынесли. Меня вынесли. Я сваливаю отсюда. Microphone sound muted. И мы начинаем. 27. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать. Блять, почему так пиздец у меня падает? Серьезно? Ладно. Хорошо. Одна из двух. Блять, ну здесь обе абсолютно одинаковые, и мне просто вот реально не повезло. Вот серьезно, просто вот реально, это называется не повезло. Хотя, не знаю, посмотрим, мало ли что там произойдет. Так, понятно, сегодня я, значит, не на кабрике. Блять, просто вот автомобиль не едет, не тормозит, не поворачивает. Я еще и на руле. Это будет интересно, я не знаю, что там ему выпало. Я подозреваю какой-нибудь Ламборгини или Бугатти, но явно я просру сегодня. Просто вот, вот капитально просто. Всру, как только было можно всрать. Как я уже говорил, сегодня нас ждут много перемен. Одна из них — это место действия сегодняшнего нашего режима поиска. Как вы видите, Алексей уже двигается в сторону вот, вот этого вот места на пляже, где находится Масле. Сегодня мы используем вместо центра города вот это вот место. Здесь меньше машин, но чуть-чуть больше места. Также сегодня из изменений по поводу этого режима у нас теперь дается не 7 минут, а 10 минут. У нас будет больше времени, также я немножко буду подмонтировать в некоторых местах, чтобы, так скажем, не затягивать, значит, целые 10 минут один режим. Правила, в принципе, остаются неизменными. Мы ездим по этому району аккуратненько, в трафике, и стараемся не выделяться. Также, как вы знаете, у нас сегодня 3 машины, и поэтому мы из них можем выбрать абсолютно любую, которую мы будем использовать для режима поиск. Так, я еще немножко договорю вот про это вот место. Смотрите, мы используем все, что ниже вот это вот, это вот парикмахерское. То есть все вот эти вот квадратики, которые идут вниз, вот здесь с поворотом, и заканчивая вот уже каналом вот этим вот с водой. Вот эту вот всю вот эту зону вдоль пляжа мы используем. Вот наши 3 претендента. И я даже не знаю, что из этого мне выбрать под, под поиск. Потому что, смотрите, если я беру под поиск вот это, а оно здесь единственное, в принципе, под него подходит, то я, скорее всего, проиграю в гонке. Потому что вот эта машина вряд ли едет. И подожди, у нас же сегодня поиск, гонка и что еще? Дерби. И дерби. Ну, значит, тогда, ребят, беру вот эту вот под поиск тачку. Потому что у меня других вариантов нет. Эту придется брать под гонку. Я знаю, что она не будет управляться, но ладно, попробую. И эта тачка у нас пойдет, собственно, под дерби. Ну, надеюсь, она хоть что-то покажет. Это самое, что вообще самое, вот, просто самое лучшее, что мне сегодня выпало. Так, я даже не буду ее перекрашивать, она, в принципе, так в нормальном цвете. Думаю, такие машины встречаются, и неплохо так. Так, чувак, ну я не буду тебе спойлерить, но скажу сразу. Я на машине, которая катается по городу. Интересно, какой раз ты мне это уже говоришь? И да, кстати, мне немного непривычно. Я очень часто, ребят, играл в симуляторы на руле, но мне очень непривычно будет сейчас ездить в GTA, потому что, во-первых, не будет форс-фидбэка, во-вторых, я играю от третьего лица, а я привык кататься на руле именно от первого лица. Так что будут, возможно, от меня какие-то ошибки, но с другой стороны, мне огромный плюс то, что я буду очень плавно поворачивать, в отличие от Алексея. Хотя, в принципе, я бы так сказал, на геймпаде при желании, если очень аккуратно наклонять стик, можно поворачивать не менее аккуратно, чем на руле. Так, ну что, ты на месте там, готов уже? Я уже более-менее на месте, поэтому да, мы начинаем. Итак, время пошло вот сейчас, 10 минут у нас есть, в отличие от прошлой серии, где было 7. Знаете, ребят, что будет забавно, если ему выпадет автомобиль, который выпадал когда-то мне. Потому что я очень много вижу машин, которые катаются, знаешь, из первой серии, Мерседесики. И да, кстати, есть маленькая проблема, точнее не проблема, а есть, ну, фишка такая. Эти боты могут включать поворотник перед поворотом, а ты не можешь. И можно таким образом постараться отследить. Блин, вот зачем ты эту фишку сказал, а? Зачем ты ее вообще узнал? Я ее заметил. И это хорошо. Кстати, вот на эту машину просто. Посмотрите, какая классная тачка едет сзади меня. Ну, Алексей играет за мужика, вам сразу скажу. Он, естественно, переоделся, скорее всего, перед игрой, поэтому я уже точно его не узнаю. Да к тому же даже не помню, во что ты был одет. Нет, примерно... Мафия выезжает.
Не, примерно помню, что у тебя был такой темный костюм строди, но я не уверен, что как бы по городу и так катается достаточно людей в такой одежде, поэтому я тебе по костюму уж точно не вычислю. И скорее всего он переоделся, потому что вот я переоделся только частично, мне было лень немножко и все такое. Ну и хорошо, значит хоть раз я выиграю в этой рубрике. Вот эти чуваки стоят. Блин, у меня знаешь, какая идея появилась? Только что. Какая же? Вот мы прячемся сейчас трафить. А что если мы будем прятаться среди прохожих? Это инновация просто. Не, ну подожди, серьезно. А что если мы будем прятаться среди прохожих, и задача второго человека будет найти и убить? И тоже спрятаться среди прохожих. Кто первый убьет? Снайпером быть, да? Снайпером, ну можно снайпером, но хер знает. Я заметил подозрительную машинку. Какого она цвета? Черного. Я уже очень много подозрительных машин видел, но каждый раз, когда я в них заглядываю, я не вижу там негры, значит, что, скорее всего, это не то. Негры. Там ребята просто больные какие-то, на красный ездят, вообще охерели просто. Вот, не, знаешь, что странно? Я сейчас еду по дороге, на которой совершенно нет машин, кроме меня. И, как бы, у меня в настройках трафик стоит на максимум, либо наполовину, я точно не помню. И, но блин... Это же не от сессии зависит, настройка по максимуму у тебя работает только в офлайне. Стоп, а что это такое? Так... Это уже очень интересная машинка впереди меня. Очень интересная машинка. Да. Знаешь, какого она цвета? Какого? Беленького. А знаешь, что в ней еще особенного? Что же? У нее крыши нет. Я тоже видел три кабриолета. Не-не, я говорю именно про белый кабриолет, который спортивный. Скорее всего, с легендарем Motorsport. Я думал, это что ты в нем находишься. Я тоже думал, что ты в нем находишься. И вообще нет никаких пока что. Точнее, есть, конечно, пара подозрений, но... Ну, хрен знает, чувак. Когда хрен знает, это плохо. Да, согласен. Вот какая-то странная машина. Она не хочет ехать на зеленый свет. Где? Да, там находится далеко-далеко впереди. Какого она цвета? Она беленького цвета. Угу. И какой модели? Жигуар. Ягуар? Я, кстати, видел ягуары, и они появляются. Стоп, у меня тоже машина не хочет ехать на зеленый свет. Да она больные какие-то. Она такая голубая четырехдверка. И вообще, ебать, там бэха просто что творит. Чувак, тут машины не то что не проезжают на зеленый, тут они проезжают на красный. Да, по-моему, ты спалился, мой друг. В смысле? По-моему, ты спалился. На какой я машине, ты можешь сказать? Ну, пока нет. Ну, хорошо. Зачем мне сейчас говорить? Ну, просто я-то знаю, на какой ты машине. И, скорее всего, ты тоже это, об этом знаешь. Это спортивный седан. Нан. Банан. Да. Спортивный. Как это было громко. Надо было в спортивках просто кататься, тогда бы ты меня не заметил. Я тут видел, знаешь, тачка какая-то носится вдалеке. Какая? Черный, такой очень старинный. Мне, по-моему, кажется, что они не ездят. Но типа проехал очень-очень быстро какой-то автомобиль старинный. Я видел со соседней улицы, именно поперек дороги, то есть я просвет между дорогами видел. Очень пронесся, очень быстро такой автомобиль. Я повнимательнее потом к ней приглюсь, я буду внимательно смотреть. Если я еще раз ее вижу, я уверен, что это ты. Бля, очень сегодня интересный стрим. Сколько у нас там еще времени осталось? Грубо говоря, минут. 5, наверное. У меня еще есть несколько подозрений, и я сейчас думаю, какой из них, потому что я уже видел 3 машины, которых я подозреваю, но я не знаю, что из них выбрать, потому что если я скажу, что старинная машина, я же не могу сказать модель. Я должен ее рассмотреть хотя бы буду, и... Но я точно видел, что она черная, поэтому, наверное, это будет защитно, если я скажу, что старинная черная машина. А ты расскажи хоть о своих подозрениях. Есть такое. Ну, я подозреваю белый Ягуар, который очень резко повернул. Ой, мотоциклистов что-то много. Это нормально, что там люди бегают по дороге? Нормально то, что здесь тут, да, люди. Я Ягуар вижу белый. Преследую его. А может быть ты сказал, что это на нем я, потому что на нем ты? Да не, вряд ли. Конечно. Я знаю твои уловки. Стоп! Ну это ты точно. Блять, ну это не может быть не ты. Блять, это точно ты на Ягуаре. Хорошо, тогда я... Он просто выебывается. Ага. Кто я? Только что увидел Ягуар и этим сам спалился. То, что это было в моем радиусе. Какого цвета Ягуар?
смысле? Не знаю. Так... Нет, у меня не ягуар, у тебя ягуар, я уверен. Ты чё, не. Какие ягуары? Блять, у тебя точно ягуар. Ну такого, блин, серебристо-белого такого цвета оттенка. Знаешь, чем это точно кончалось у тебя в прошлые разы? О, черный ягуар на этот раз исполнился. Их тут дохера, чувак. Ягуаров, знаешь, кого здесь больше всего? Ягуаров, Инфинити и Буффало. Вот эти машины три, их просто много. Буффалов много, да. И я почему-то уверен, что с другой стороны, я должен сейчас думать, что вряд ли ты будешь на машине из тех, которые катаются, потому что, ну, блин, это будет странно. Типа, что ты среди всех. А так, в принципе, нормально. Там люди просто творят безумие какое-то. Я сейчас просто вижу. Может, я их напугал просто? Я не понимаю вообще, что там происходит. Там люди прибегают через дорогу просто в безумной скорости. Нормально, что у тебя очки? Я одного сбил. Блядь, я не понимаю, где ты? Пиздец, они... Вот это точно ты, блядь. Я уверен, вот просто уверен. Вот это вот херня? Нет, как тебе удается с таким мирным лицом нести такую хрень? Итак, мы закончили, пидорас, блядь. Думаешь, я тебя видел, да? Да видел, я уже понял, просто смешно немножко. Ну, понимаешь, какая хорошая тачка выпала? Да понимаешь, какая, блядь, просто хуйня. Короче, 1-1. Да, только вот тебе реально не повезло с машиной. У тебя, я так понимаю, все остальные еще хуже, да, пальцы? Нет, ну да, но зато они будут помогать мне в дерби в гонке. Я тебя сразу в первые минуты увидел. Я старался просто на этого не показывать, типа. Вот этот твой белый ягуар, видишь, у тебя тут вмятинка есть. А ты еще так остановился, я не знал, что ты делаешь бот в таких случаях. Я сначала думал поставить, потом я начал объезжать. Но ты все равно услышал мой руль, поэтому ты знал, что это я. Во-первых, я слышал руль, во-вторых, я увидел твоего персонажа. Ну ты писен, блин, конечно. Я одел очки, думал зашифроваться от тебя. Нет, но тут видно, да, что он из онлайна, блин, да. Не, ну серьезно, ты такой стоишь передо мной и говоришь там, говоришь, что я такой сижу, ржу просто. Я тоже начинаю, я еле сдерживаю, чтобы не засмеяться. Хорошо, я очень надеюсь тебя вокруг пальца обвести, думал, что ты... Но потом я, блин, понял, что ты в любом случае специально остановился, чтобы услышать мой руль, если я начну поворачивать. И я не знал, что мне делать, короче. Ну, ребят, это было интересно, реально, довольно-таки. Потому что мы взяли больше времени, сделали более интересный район. Если бы Леша была машина более скрытная, мы бы здесь очень-очень долго катались, и было бы очень интересно. Так, значит, следующий у нас что будет? Значит, следующий у нас дерби будет. А гонкой завершим? Хеликоптер. Гонкой завершим, как обычно. Я еще больше хочу вот именно вот этого вот режима. Кто считает, что это лучший, вообще самый лучший режим из наших всех... Ставь лайкос, да. Ставь лайк обязательно, чувак. И напиши в комментариях, если ты хочешь, чтобы было больше поиска, мы можем вытащить его в отдельную рубрику, но я не уверен, что это там будет смысл, потому что, мне кажется, на третью серию это будет уже скучно смотреть. Мы можем сделать спин-офф в нашем шоу и сделаем реально один день, где мы выберем три машины, и все они будут под поиск. То есть, если вы этого хотите, напишите в комментариях, поставьте лайк. Сверху вон там вот, кстати, с краешку будет опрос по этому поводу, поэтому тоже участвуйте. Все вот эти опросы сверху, обращайте на них обязательно внимание. Каждый ваш ответ, он может повлиять на следующую серию. Это, как знаете, как в играх очень хороших. Нелинейность. Вот так же и у нас. Блять, я тупой! Я не на той машине. Банки, давай сегодня. Ты не видел мою машину? Ответь, просто ты видел ее или нет? Нет. Хорошо. Вот сука. Ребят, это самый просто удачный. Ты просто не представляешь, что мне сейчас выпало. Ты сейчас когда увидишь, ты просто охренеешь. Жалко, что это не будет сюрпризом. Блин. А, я вижу. Придурок, что это такое вообще? Какого хрена мне это выпало? Порше? Ты понимаешь, что это сейчас был... Ты идиот? Это был миллиметраж. Это был миллиметраж до твоего Поршика. Слушай, а интересно будет? У меня ведь парашют есть, кстати. Да. И. Ты видел? Я улетел за тобой. А почему ты меня взорвался? Кимона приземлилась на крышу и не взорвалась. Да, мне тоже интересно. Так, ну-ка, паркур.
Блять, понимаешь, как это будет выглядеть в 3D, сука? Лови меня, лови меня! Стоп, если я попаду... Практически попал. Смотри, как я раздолбал эту тачку. А тебе просто ни хрена шеньки не осталось. Ну что, начинаем наш третий урок? Знаешь, что ты писюн? А подожди, стоп, получается сейчас ты... Стоп, подожди, какой счет? 2-1? 2-1. Гори.